Добро пожаловать, друзья. Это у нас Агарио. Давно у нас не было, кстати, Агарио на канале. Пока ты... меня съели. Пока я что? Я летаю, я вот зашел, тут вроде как весело. И меня сразу съедает какой-то Путин-дит. Прекрасно. Меня сокол съел. Ну ты сокол. Где Олег? Здравствуй, Олег. Фанат Брейна. Брейн лучший. Блазер-дит. Лера-дит. Миссиончик. Ломтик-дит. Меня ломтик-дит съел. Ломтик, тут столько дитов. Тут охренеть как много дитов. Тут сука дитов? Банк шпината. Привет, блядь. Банк шпината, ты же должна приносить радость, должна делать мышцы морячку Папайи эпичные, а ты делаешь Настя, боль. Спасибо, Настя, спасибо, хамелеон, хамелеон дед мне просто отдался. Если хочешь отдаться, отдайся просто так. Верю в Иисуса, он если меня... ты в агарию, и если не мудак. Кукусь, Брайан, ну кукусь. Ну, с какого, спрашивается, кукуся, ты меня ешь, скажи, пожалуйста. Красопета дит, не надо меня есть, пожалуйста. Карина Лис, Вафля дит, тут столько дитов. Ам дит, Макс. О, я давно не играл в Агарио, Дашуль. Кекси, Джулия дит, ребята, не сжимайте меня, пожалуйста. Тебя сжали, да? Вот я Джулию покормила. Тебя просто, тебя как заархивир, как винзипом или винрарчиком прошлись бы, Дашульки, да? Так вот, я нашла твой свет. Твой свет? Ну, ты первое слово знаешь какое. Озарил мою шальную душу. А ты какого цвета? Я такого приятного цвета. Я словно с этой планеты. И изумрудами светят глаза твои. Видишь? Я красненький, с отливом апельсиновых савергонов. Меня савергон дит какой-то съел. А я такой красненький, с отливом розового. Фаталити дит. Фаталити дит. Тихо, тихо. Знаешь, это напоминает мне игру. Допустим, не Агарио, а вот я вот пытаюсь на машине куда-то ехать по дороге, и везде фанаты. Я не могу... Листочек! Или даже нет, или как будто я хоккейная вот эта шайба, я по льду катаюсь, а тут везде фанаты, и я не знаю, что делать. О-о-о-о-о-о! Боже, тут Диана огромная! А, блин, я думал, ты не в Агарио там играешь. Ребята, вы слышали Олега в последний раз. Больше ролики выходить не будет. А ну иди сюда. Не, Дашуль, многие просто юмора могут не понять. Даша пошутила, если что. Где Олег? Тортик дит. Да ёб твою ж, ёб твой свет. Ты, ну, свет, ты же... Рили мудак. Хаски дит. Хаски дит. Хаски. Подари мне хаски. Подари мне хаски. Надо тег такой запилить. Подари мне хаски. Давайте все подарим друг другу хаски. Кто хочет? О, я поляну нашла. Немножко хаски для ребят, немножко виски для ребят. На-на-на-на-на-на-на-на. О, это ты? Да, нет. Салатовый, зеленый. Я зелено-салатовый, да. Оскун какой-то тебе есть? Нет, я маленький. Я слишком маленький, чтобы быть енотом-полоскуном. Нет, за тобой... А, потаскун. Так потаскун. Вот, так ты нашел же меня. Нет, я у тебя посмотрю. Верю в Иисуса, я очень... Я тоже верю в Иисуса, пожалуйста, не ешь меня. Кексик дит, где Олег? Хентай. Уйди! Тут летали 300. Привет, Олег, я хряк-моряк. Верю в Иисуса нашла, подожди. Я могу это... О, Эмилька Эванс вижу. Хряк-моряк вижу, ты где-то тут. 300, там я под Иисусом за 300 летаю. Это ты, вот, зеленый, кто летит? Это я! Я вижу. Я ем. В сосу. Уйди в сосу. Или в боку, или в сосу. Он всосет, Дашуль. Ты куда-то уходишь, а я не могу войти в себя. Ты не можешь войти в себя, потому что меня съел Солар, твою мать. Дит. Войди в меня. Ну, в смысле, не ты. Дашуль, меня пугают вот эти вот выкрики. Я не могу сама в себя войти. Эпичные. Ты не можешь сама в себя войти, ну ты ж не йог. Она подвисает, господи. Она подвисает, да? Мама! Дашуль, ты чего? Ты чего, Дашуль? Я тут застреваю между колючками. Там кто-то на меня большой движется. Я хочу отсюда выйти, но я не могу в себя войти. Такое впечатление, что ты первый раз в Агарио зашла. Давай, детка, давай же, я верю в тебя. Ай, магнитные бури. Никогда, никогда не играй в Агарио, если рядом летают магнитные бури. Войди, пожалуйста, входи, пожалуйста. Так хорошо вообще слышать, вот что ты там играешь. Вот прекрасные летсплеи, в принципе, получаются. Саника увидела. Я слишком громко крикнула. Перис Дит. Хорошо, хоть не Перис Хилтон. Так, ребят. Сет, я вижу печальку. Ломтик, привет. Сокол, Сокол 2.8. Да, ребят, тут ник такие забавные. Я вижу Брейндита, который мы были с, ну помнишь, с такими штучками, ромбиками, шмомбиками. Брейн, посмейся. Да, это какой-то идиотский немножко смех. Нет. Слушай, а классно, смотри, я придумал идеальный челлендж для Агарио. Каждый пишет что-то, что надо сделать. Ну, ты пролетаешь, допустим, Брейн, посмейся. Что ты говорил?
челлендж. То есть ты хочешь, чтобы люди писали, что бы ты сделал, да? А если я скажу, покажи лицо. Ну, пожалуйста, вот зеркало, и вот я смотрю. Съел! Меня Эмиль съел. Эмилька? Нет, не Эмилька, а просто Эмиль. Не, вот. Все, обидка. Нет, я была такой большой. Я была очень большой. Меня как поезд пассажирный, правильно? Вагарио, вот ты жирный, как поезд пассажирный, правильно? Бобра-пипирка, Миша Дид. Бобра-пипирка, Миша Дид. Миша Дид, пополнение счета. Горячие закуски. Херобрин. А, не херобрин, херобрейн. Херобрейн? А я твой орган вижу, он за мной летит. Он меня пугает. Го! И паца. Го и... Там летало. Жирный Дид меня съел. Я боюсь, дружище, что у тебя еще пипа не выросла. Ну? Хомяк, Дид. Хомяк, жопа боль. Тихо, тихо, жопа боль. У нас сейчас. Ой, так... Дидлолка. 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 А, Дидлолка. 300, спасибо. Как ты смотришь? Спасибо. Мокрый виноград. Мокрый виноград. По твоей щеке стекает мокрый. Меня съели? Какого хера вообще? Огненные бури меня покормили. Я, ешь. Честно говоря, вообще не понимаю, что происходит в Агаре. Но хочу заметить, что она меньше стала глючить. Видимо, с серверами все-таки поработали. Во-первых, чуть меньше глючить, а во-вторых, все-таки хорошо, что добавили этот формат пати. Угу, уходи, тут летай. А отошел, нету? Отошел. А красопета? Красопету я видела, Дид. Тихо. Я вообще смогу в этой игре найти тебя? Мне просто интересно. А где? Смотри, я играю, значит, agar.io. Есть такая игрушка, ты типа бактерия, там все дела, может, слышала? Бактерии не так выглядят, и они не так размножаются, и не так ведут себя в реальной жизни. Умная! Пеппа, вредничаю. Это ты розовый? Вообще-то я красный. А, тут розовый. Ты оскорбила мои чувства розовой принадлежности. Между прочим, по микробиологии у меня была 5. Я очень любила. А я в агарио... собрал больше всех очков. Шутка. Я хотел очень... Плотва не надо. Плотва. Вперед, плотва. Вперед, Дашуля. Оленей. А, красопепа. Красопепа. Свинкопепа. Ребята, давайте вот он... О, подожди, я что-то сегодня как-то без амнистии. Никого не кормлю, никакой благотворительности. Мне страшно. Меня зажали. Агар Ютуб. Не надо. Меня зажимает. Плотва. Плотва, прикрой. Шевелись, плотва. Шевелись, брай лучший, давай. Мы тебя... Это ты оранжевый? Я уже все. Понятно, я уже покинул хочешь. Этот бренный мир, а ты уже be не найдешь. Be happy. Don't worry. Don't worry, bitch. Be happy. Да, прекрасно. Кредит. Кредит. Кредит был уже. Леша Бычков Дид. Класс. Леша Бычков Дид. Всем привет, с вами Леша Бычков Дид. Он никогда не бдит, всегда не говорит курит. Правду и не курит, да? Курит. Фанат Брейна, пакетик Дид. Пакетик Дид. Пашка, смотри, сколько Дидов, а? Жулька Дид. А что у нас в топе? У нас в топе Агар Ютуба. Турецкий какой-то Султан Монах. Потом идет Брейн Дид 5, 6. Потом 7 тоже Брейн Дид, 8 Брейн Дид. Главное, ни одного настоящего. И ни одного настоящего. Этот мир вообще иллюзия. Мы живем с тобой в иллюзорной фантастической реальности. Все, что происходит, это всего лишь какая-то гиперболическая реальность нашей параболы. Ты готовишь ребят к школе? Я просто говорю о насущном. Я вот брейняша, я покормлю. Ой, спасибо, брейняша. Ты хорош. Меня только кушать не надо, я тебя покормлю. То есть пока тебя кормят, они хорошие. Потом они кормить перестают, они уже... Ах, нет. Ты гнида, зачем ты съел меня, нет. Да? Нет, нет, я считаю, что они... мы же все одна команда. Мы одна команда, да. Поэтому мы все хорошие. Но всегда в команде может затесаться, как говорится, свой Штирлиц, который будет так предательски, знаешь... Поставить себе Дид. О, я на 9-м. Ты на 9-м? Месте. Месяц или месте? Месте! А, месте. Олененок Дид. Сейчас я тебя вообще найду, Дашуль? Вообще в этой игре реально так сделать? Я в правом крайнем углу. По-моему, программа «Ищу тебя», она даже быстрее находила, чем мы с тобой здесь, в Агарио. Я в правом углу сразу. Да, заметь, 2 фейка, 2-е и 3-е место поделить не могут. Ну, дерутся все время. О, смотри, что мы сделаем. Не-не-не-не. Просто там была большая колючка, она находилась. Да, большая сфера, она находилась прямо на колючке. Я надеялся. Так, Брейн Дид. Брейн Дид, уходи. Смотрю, Брейна, вот это хорошо, вот это найсовы. Да какая аглая. А что такое аглый, кстати? Знакомая. Наглый я знаю, а вот аглый. Ну, наверное, аглый это и есть наглый. Только аглый. Брейн Дид, уходи. Слушай, мне иногда кажется, что у фанатов
у них какое-то магнитное поле. Поле такое, знаешь, сила притяжения работает. Потому что я мимо пролетаю и умудряюсь как-то... Брейняша. Не надо мне... Меня ест брейняша, пытается съесть, и брейндит. О, я вижу Барака Обаму. Никак не брейн у чувака ник. Брейнфан. Так, брейняша. Слушай, я... давай устроим челлендж до конца серии на самый эпичный ник. Давай. Носочек. Подожди, я вот сосочка вижу. А я носочек. Сосочек, давай, да. Мы с тобой вместе, давай. Отвалите от меня. Мы с тобой Каякок. Вместе, значит, есть верный повод думать, что счастье где-то рядом, да? Песня была такая. Так, ладно, давай попробуем. Дашуля, привет! Привет, чувак! Привет! Надо привет! Так, как будто ты в последний раз привет говоришь. Привет! Вот так вот. Я не могу покормить нормально Дашулю. Енот потаскун. Брейн, посмейся. Я всегда, когда буду пролетать мимо этого угарного, я всегда буду ржать. Как-то так, по-глупому, конечно. Безумие, дед. Безумие. Ты знаешь, что такое безумие? Сосулька, дед. Пиздит. Вот это идеально просто. Еще был пиздебит в GTA-шке, я помню. Пиздебит. Так, ты мне скажи лучше, где ты? Свинтус где Боря. Ты? Я здесь. Диса СПГ Дит. Кусь. Кукусь, Даша. Жировая? Вкладка, а не складка. Ты, вот это ты розовый? Нет, ты не розовый. Я уже все. Дашуля, привет. Жировая вкладка, во! Я вижу жировую вкладку. Где ты? Стоять! Стопай! Я вниз. Безумие, Дит, я вижу. Вижу Джулию, Дит. Где ты? Пи-ку-ку-ку-ку, чего-то там. Джулия, Дит, вот я возле Джулии. А, я вижу зеленый, я понял, где ты. Я возле большого зеленого справа. Вон маленький, видишь, красненький летает. Вот я к тебе, смотри, подлетел. Давай, иди ко мне, я тебя защитю. Тетя Даша, почему вы такая большая? Олеженька, я сейчас тебе соски в тиски. Тетя Даша. Так, прячься за меня. Пожалуйста, тетя Даша. Вынесите попить, тетя Даша. А Олежа выйдет гулять. Олежа не выйдет. Олежа не занят, не выйдет. Олежа на спину. Рейзер, Дит, иди сюда. Ну, поешь. А, ты еще ешь. Спасибо, тетя Даша, спасибо большое. Мокрый виноград. По твоей груди стекает мокрый виноград. Все кругом охуевают мокрый виноград. А шотик, Дит? Олененок, Дит, тихо. Слушай, сколько за эту серию будет сказано слово Дит? Да, ребят, посчитайте, сколько за эту серию будет. Сегодня мы не смотрим на сиськи Тани или Китаны. Мы не смотрим, у кого больше скорпион. Можно правша хоть, или левша, гора. Гора правша. Ты правша или левша? Это море волнуется разное. Фан Брейна 123. 300 Дит. Жопа боль. Прекрасно. Кирита Дит. Господи. Жопа, ты меня не съешь. Андрюшка, жопа. О, жопа, меня кормит жопа. Слушай, как-то это странно звучит, правда? Мне пугает, чем она тебя Брейн, кормит. Брейн, ты где? Ау! Там кричит, на тебе, кушай. Ну, блин. Кредит. Кредит? Господи, безумие съела, суслик. Брейн, давай. Посмейся. Суслик, сука. Суслик, сука, личность. Ублюдки, мать твою. Леша Бычков. Ой, тут меня ребятки вообще окружили. Суслик, все, давай. Все, ребята, я всех кормлю. Кушайте. Суслик, жри. Лев, суслик, ходи. Ты ж, сука, личность, еда для давай. Еда для Брейна? Да. Это прекрасно. Суслик, давай. Оп, молодец, суслик. Ребята, я большая и толстая. Фейк, жри фейк. Хоть я и против тебя, но я тебя сейчас должен чпугнуть, дорогой. Ну давай, иди. Брейн, посмейся. Я не прошу тебя, я просто нику видела. Не, у меня просто рефлекс срабатывает. Пусти. Так, Джакс дрочила. Почему Джак? Джакс хороший. Пиздос, вы все псы. Какой обиженный. На, поешь немножко. Ты слишком агрессивный, на. Не агрессируй тут. Все, я скормил себя пиздосу, чтобы он порадовался этому. Игл Дит. Как говорится, миру. 300 Дит. 300 Дит. Значит, жрать. Дит за 300. Магазин. Магазин сувенирной продукции Брейн за 300. 300 Дит. Футболки за 300. Все за 300. Это, знаешь, брейншоп 300. Какой-нибудь там ком или ру, не знаю, да. Жировая вкладка прилетела. Тихо, я видела жировую. Слушай, а ты сколько вкладок жировых открываешь в Гугле обычно? То есть, точнее, вообще вкладок сколько? Я знаю, что ты любишь меня с этим троллить. Я это знаю. Тихо! Тут летает Даша лучше Брейна, притом слитно. Представляешь, да ладно. И тут рядом чувак с ником, да ладно. Брейн лучший следующий прилетает. Можно, блин, диалог прям. Так, может, тут действительно они слушай, а диалог? Давай попробуем диалог сделать. Давай. Вот сейчас твоя очередь, сейчас начинаю играть. И, допустим, или ты Бобби. Возле меня летает только Брейн Фан. Значит, 300, как-то женёчек пришел к белорусу Диту, и меня съедают.
Ты подхватываешь инициативу. 300 дит пытается... Нет, не пытается. Уходи, что, я не вижу, говорит нам мне. Данил Дит. Я сейчас тогда буду читать. Давай. Данил Дит, сказали ему, уходи. Тут подлетает снайпер возле Масяни. Мы видим большую жирную креветочку. Креветочка с корью, Дитом, и сыр Хохланд. Ну, сыр, видимо, думает, что все-таки он лучше, чем креветочка. Сыр Хохланд. Я тут хочу сырок. Тут мы подлетаем к соколу 28.11, но он немножко отстает, потому что сосайка прямо передо мной пролетела вместе с разором. Ко мне летит, уходи и... Пиздос, вы все псы, все-таки понял, что тут есть халявы, можно не шаря так нехерово покушать. Как ты думаешь, вот давай проверим, насколько он человечен. Креветочка! Олежа, я вижу креветочку, значит, ты тут где-то рядом. Я хочу... Пиздос, вы все псы. Тут кто-то меня съела белка. Ты моя мышка, я тебя съем, как пел Филипп Киркоров, я помню в свое время. А тут можно... Ты моя бактерия, я тебя съем. Хотя бактерию уже есть не надо. Шевелись, плотва. Давай я Плотве пожалуюсь. Пожалуйста, Плотве. Она тебя выслушает. Действительно. Джекс дрычила. Кто дрыч? Очкодрыч, да. Очкодрыч. Я так нежно лечу. Очкодрыч, вот, я вижу очкодрыч. Я возле него справа. Не, возле... Меня уже съело виноградище. В общем, смотри, Шамиль Шатун, значит, и Б-безумие. Он, видимо, не знает, что это такое, потому что Би Хэппи и Очкодрыч рядом тут летают. Ах ты фандит! Виноградище. Ты такой фандит. Так, фандит. Подожди, опять фандит вижу. Кого я большой вижу? Кто-то голубой большой. А, он безымянный. Ах ты жопа, это самое фейковое. Что ж ты делаешь, а? Тебя съела? Представляешь, сначала покормил, я съел, он меня захавал. Тут розовый брендит летает опять. Розовый брендит. Где-то там он весь летает. Розовый брендит. Меня начинает бомбить. Ребята, не ешьте своих. Ну не ешьте же. Ну всегда попадая, всегда в бочке меда найдется пару ложек дегтя. Тогда в данном случае это не самые добросовестные игроки. Давай мы создадим стенку позора для тех, кто ест своих. И эти люди будут наказаны. Алло, полиция, да? Алло. Полиция, Галя. Вы знаете, что тут, короче, своих едят. Китан один? Да, китана. Значит, все-таки у китана сиськи тут больше? Чьей-то маме Миши желают не самого здорового времяпрепровождения. Я не знаю, что там мама Миши сделала плохого. Ну, наверное, ребят, не выпустила Мишу гулять. Не знаю, не знаю. Прям какой-то тут озлобленный человечек. Мне кажется, знаешь, мне иногда кажется, что мы можем тут целую Санта-Барбару... Человек должен понимать, что мама — это святое. Нельзя так говорить про них. Про родителей, в принципе. Ребят, уважайте себя, уважайте других. Будьте как бы умнее этого. Брыняшка. Такое ощущение, что я попала на какой-то семинар. Семинар хорошего настроения. Министр хорошего тона. Слушай, я могу быть министром хорошего настроения. А ты не хочешь сразу президентом? Нет, я буду министром хорошего настроения. Я буду дарить вам радость и веселье. Выбери меня. Выбери меня. Брыняшка, президент завтрашнего дня. Вот это прекрасно. Канеки Кек тут летает. Два оленя летают. Синон Дит, Олежка Дит. Сосочек, Олежки, твой сосочек. Сосочек, полетел. Не, мой на месте, вот я потрогал, нормально. Барбацуцка, смотри, все-таки люди все-таки смотрят видео, это хорошо, потому что Барбацуцка была у нас в видео, и Барбацуцка это круто. Вижу Барбацуцку. Барбацуцка, я возле Барбацуцки. Меня уже съели, видишь, ты голубой. Кушай, Барбацуц. Красопета. Вот красопет. Меня бомбит. Меня бомбит, ведь ты же не брендит. Пыщ. Я съел Барбацуцку, и мне хорошо. Набил пузико. Ой, ты не представляешь, как сильно. Вообще ништяк, вообще ништяк. Наша лучшая брейна, я нашла. Ты нашла Дашу. О, белка, иди нахрен. Какого черта твою мать, а? Я Дашу, я не могу Дашу покормить. Которая лучше брейна. Потеряла Даша брейна. Что же делать ей теперь? Пусть найдет она скорее... И не жалуются впредь, да? Прекрасная рифма, да. Еда для Брейна. О, спасибо, добрый человек. Тех, 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 мое. Мое, 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 мое. Я очень добрая, ребята. Что, что, прости, что? Брейн, где ты, ау? Ау, ау. А, тут какой-то... Я жопоболь свою найду. Я нашел свою жопоболь, кстати, тут. По-моему, эта игра вызывает агрессию массовую. Не, у меня нормально. Я говорю, ты просто должна почувствовать себя маленьким одуванчиком в мире полным пушистых хвойных сосен. Подожди, ты меня минут 10 назад пытался доказать, что я бактерия. Теперь я уже одуванчик. Ты не бактерия, ты человек, Дашуль, не путай.
А хотя да, мы состоим из бактерий, да, мы состоим из микрочастиц там разных, да? Не надо, не надо, ты говоришь это биологу, мы не состоим из бактерий. Мы не состоим из бактерий? Подожди, подожди, родная моя, мы играем в агарио, там, где написано про индит, там он состоит... Представляешь, кто-нибудь по улице так идет, где-то там вообще хер знает где, в какой-нибудь стране, в какой-нибудь точке мира. И так, так, что это за челлендж? Брейн, посмейся. И тут такой, он говорит это, где-то рядом в толпе. Мокрый виноград. Я заебался эту песню петь, мокрый виноград. Брейн, посмейся. Тушенка дитлит. Уходи. Ну, в смысле, тут написано «уходи». Брейн 10 или 105? Сосулька, да, Шуля, тут написано, чтобы ты Шекспира на английском процитировала. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. To be or not to be? There is the question. Так, to be или не to be? To be or not to be, ёпта. To be or not to be. Смотрю Брейна. Молодец, чувак, респект тебе. Грешник. Слушай, я хочу возле грешника полетать. Грешник, грешник. Спасибо, Алинка. Ну что, грешник, я буду твоим другом, будешь моим братом сатаны, папа, давай. Мне страшно, меня хотят съесть. Возле грешника летает Российская империя и анархия, представляешь, как? Be happy нас съел! Don't worry, дальше, Улечка, be happy. У тебя горит. Чувствуешь, воняет, ну, пахнет такой вот специфический запах. Запах, не-не-не, специфический запах, чувствуешь, припекает у кого-то. Я говорила, что ребята тебя слышат в последний раз. Я тебя услышу в последний раз. Теперь расплачиваться поздно. Меня веган съел. Посмотри на звезды. Веган. Дартер Брейн, это как Дарт Вейдер. В поисках Брейна 666, Гуздит. Гуздит. Кто? Кто макаронина Дит? Азаза. Фанат Брейна, Эминем Дит. Подожди, подожди, кроме ников, что-то еще. Корм для Олега. Корм для Брейна. А что, рыбка, ёпта, что ли, морская вам? Или что? Или... Даша, Няша. Че? Тихо, тихо, я не успеваю прочитать. Мне какой-то бухой батя. Пьяный без вина. О боже, мама, я сошел с ума. Сосай, ходи и хоп, Дит. Подожди, у нас серия получается тупо зачитка ников. Давай пообщаемся. Давай поговорим о насущных проблемах. Пьяный без вина. Осень вот впереди. А горит дуб. Отошел, смотри, тут отошел есть. Вкладка, вкладки Даши летают. Вкладки или складки? У тебя складок нет, Дашулька. У меня нет складок, да, ребята. Поэтому не, мимо, как говорится. Пьяный без вина. Брейн лучше. Так вот, давай поговорим об осени. Опа, вот, чирик. Хотел поговорить. О боге? Об осени. Какой бос? Что за бос? Осень. А, ой, я, слушай, какой-то босин, босин. Что за босин? Че там у вас за женские приблуды? Босин, чмосин. Я с тобой на женский, кроме лаков, мы с тобой ничего не обсуждаем женского, заметь. Ну а как же... Опа, пьяный без вина. Ну, музыкальные предпочтения. А музыкальные предпочтения, ты знаешь мои предпочтения? Да, я знаю, что ты любишь. Там этот «Поющие трусы», ты говорила, вроде группа прикольная. Ребята, знаете, он так дошутит. Я к ней бихэппи съел. Дит Сашка. Дит Сашка. Эй, это ты на каком-то там месте? Тун-турун-тун, Дит Сашка, тун-турун-тун. Нет, это все фейки. Бдит, мучайся. Меня съел Бдит. Так, подожди, бди и мучайся, или бди и мучайся? Он бдит, мучайся. О-о-о, корми меня, корми. Красопета, ёпта. Корми меня, корми. Нет, не ты, блин, не ты, пожалуйста. Абдулай, давай, писюнчик. Тут Virgin летает. Virgin? Если ты доставляла слово Virgin. Глупо, ну, и очень можно... Вообще-то Virgin. Я знаю. Брейн Дит тут, смотри, на втором, на четвертом. Лавка Дит! Лавка? Это самое, я, знаешь, тебе лавки, да? Сувенирная лавка Дит. Нет, раньше, помнишь, была мода? Эти лавки, чмавки, привки. А, лавки, лавки, шмавки. Да-да-да, было дело. Брейняш тут летает. Доги! Давно я доги не делала. В смысле, давно доги не делала? Стим, не надо, Стим, не надо мне есть. Стим, я тебя... Заметь, я себе... Слушай, еда для Брейна выросла. Ну что, я хочу есть, я проголодался, давай. Ну, корми меня, еда. Еда. Отошел, Дит. Подожди, еда должна меня кормить? Или я должен еду поглощать, чтобы скормиться? Или кормя еду, я могу сам поглотить то, что еда мне может дать, когда я буду есть ее. Просто когда я ем еду, я поглощаю пищу, значит, еда мне дает то, что мне надо, энергетическую ценность. Правильно? Ребята, я смотрю на кружочки разноцветные, слышу
Вот что-то такое очень интересное. Я вообще-то надеялся услышать «что, прости?», но я не услышал этого. Нет, я не буду говорить «что, прости?». Я просто буду смотреть на разноцветные кружочки, которые заполняют мое сознание, и понимать, что я всего лишь маленький кружочек. Деньги Гейба Ньювелла летают, и за ним летит большая мамочка. Угар, дед! Ах ты угар! Ой. Пьяный без вина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Магнитная буря меня покормила, спасибо. Алекс и Олег. Кита надеет. Брейн, кормлю. Давай, давай, я хочу есть, корми меня. Ты что, хочешь толстым быть? Покорми меня. Он хочет меня покормить. От халявной еды отказываться грех. Корми меня, давай. А как же следить за фигурой здорового корми образа жизни? Меня, корми. Быстро ночью корми. И днем. Ночью и днем вкусным пирожком. Корми меня, корми. А меня кто-то спрашивал, по-моему, на Кируме, типа, я ем котлетки? Конечно. На ночь. Ты как говоришь, вот я помню, когда этот самый ролик оформляют, ты говоришь, типа, Олежа, там, принеси мне там это ведро котлеток. Бежим. Шучу, шучу. Кто-то любит крылышки жареные больше меня. Какие крылышки жареные? Ты о чем вообще? Ты о чем вообще? Не знаю. О чем ты? Пилираст-дит. Пилираст-дит вообще. Совочек? Кто? А, сосочек, Олежки. Я прочитала совочек. Латвия, не надо так, мне. Так, я смотрю, тут написано «Мамка Брайана». Сейчас, подожди. Зелоний? Так, сейчас, Аля, сейчас я позвоню, подожди. Сейчас надо спросить, срочно, сейчас. Так, мам, алло. Мам, ты в Агарию играешь? Где? Все, я понял, да, прости, все, не буду беспокоить, да. Кто тебя съел? Какой сосочек? Ашотик. Да, все, я понял. Так, ладно. Господи, это было гениально. Все прекрасно, я лечу дальше. Олег Хомов, это замечательно. Влад Франклин. Франклин или Франклин? Франклин. Грузовик угара. Знаешь, веселый молочник назвали бы молоко угара. Знаешь, коровам ставят летсплей Брейна, они ржут, и молочко получается с угарчиком. А если сладкое молоко, представляешь? А вообще-то молоко как бы само по себе сладковато. Не все. А ты пробовала молоко, которое не сладковато? Ну, если ты выпьешь 1.5%, ты сам знаешь, как это. 1.5% это вода, да, это все знают. Это мел, разведенный в воде. Это просто кто-то стены белил, оставил, наверное. Или помыли ведра после коров, там, кто надоили, там еще что-то. Спасибо, то есть то, что я добавляю кофе. Я думаю, сегодня я кофе уже пить не буду. Я хотела выпить третью чашку. Я думаю, я обойдусь. Так я же шутканул, ты че? Бонни Дит. Шутка же юмора. Я предлагаю вообще-то заканчивать здесь, наверное. Жопа боль, я смотрю, жопа тут летает и магнитные бури. А если встречается жопа боль и магнитные бури, значит, это будет плохо. Это бомбанет. Ну что, друзья, это была сходочка в субботу в игрушке Агар и О. Надеюсь, что вам понравилось. Приходите на новые сходки. Приходите, обязательно. Да. Обязательно. Ребята, следите за объявлениями в группе. Приятный Дит тут летает. Приятный? Приятный. Просто ищу. Вот тут кто-то летает с ником. Просто ищу. Я просто ищу. Лифат Брэн. Все, ребятуши, всего хорошего. Пока-пока. Всем пока.